Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Гінгговіт» – інноваційний продукт з Чехії. «Гінгговіт» допомагає очистити кровоносні судини і відновити здоров'я. Застентябрила. Вокруг разноцветие осенних листьев и в воздухе аромат дымка. И как хорошо гулять по осеннему городу, наслаждаясь красотой природы и приятными встречами. Но обо всем по порядку. Итак, согласно данным синоптиков, дождевые тучи в субботу 23 сентября закроют небо практически над всей территорией Украины. Местами прогремят грозы, опустится туман, местами не исключены и прояснения. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 21 градус. А теперь подробнее о погоде в нашем регионе. В Днепропетровской области прогнозируется облачность с довольно частыми прояснениями. Местами дожди. Выходя из дома, не забудьте взять зонт. В Днепре облачно в течение дня, но осадки возможны лишь в вечерние часы. Ближе к полудню столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Вечером температурные показатели снизятся. Будут колебаться в пределах и 19, и 22 градусов тепла. Атмосферное давление в области составит 763 миллиметра ртутного столба. Также предвещается восточный ветер, который разовьет свою скорость до 7 метров в секунду. При этом влажность воздуха поднимется до 90%. Как и в областном центре, дожди во второй половине дня пройдут в Павлограде и Кривом Роге. На протяжении дня здесь ожидается 19-24 градуса выше нуля. А вот Новомосковска дождевые тучи обойдут стороной. Здесь предстоит погожий день и переменная облачность с утра и до позднего вечера. Температура воздуха плюс 20-21 градус. Партнер прогноза погоды – «Гинговит». Соотношение высокого европейского качества и приятной цены. Спрашивайте в аптеках. А сейчас я бы хотел вернуться к теме приятных встреч. Напомню, ровно две недели назад, в День города, мы обещали подарить нарисованную мною картину тому из вас, кто узнает изображенное место и напишет об этом на страничке 34-го телеканала в Фейсбуке. Методом случайных чисел мы выбрали победителя, и сейчас я с нетерпением жду встречи с ним. Добрый день, добрый день. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Лидия Адамовна. Это моя внучка. Как тебя зовут? Сонечка. Мы пришли посмотреть еще ближе до вашей картины и получить ее, как нам понравилось. Скажите, пожалуйста, Лидия, как быстро вы отгадали место, которое изображено на этой картине? Вам помогал кто-то или же вы сами с внучкой отгадывали? Да, помогали внуки, еще у меня два старших внука есть. Мне помогали, потому что один из здесь где-то занимается. И я узнала этот дом сама еще. Но у них я спрашивала разрешение, это на он участие или нет. Они, бабушка, правильно, это он, это он. Дом моей молодости. Скажите, пожалуйста, Лидия, а вы уже придумали для себя место, где вы повесите эту картину? О, у меня большая комната, моя личная, там мои внуки. И я по центру поставлю эту картину. Она мне очень нравится. Очень приятно, чтобы она вам приносила как можно больше позитива в вашей комнате, в вашей жизни. И чтобы все было хорошо у вас, у ваших внуков и детей. И спасибо большое за участие в нашем конкурсе прогноза погоды. Спасибо вам большое. Ой, спасибо. Я вас каждый раз смотрю. Как только я вас постоянно смотрю. О, это Николай. Подарок – это картина. Пусть она радует вас и приносит только хорошие позитивные эмоции. Я вас благодарю за участие. Это вам и также вам наш букет. То есть это все вам. Спасибо, держите. Спасибо большое. Держите и смотрите прогноз погоды. Давайте ребенка сюда. Цветы. Держи. Спасибо и вам. Колечка, я хочу часто, чтобы это самое, у вас были передачи по телевидению, потому что всегда смотрю ваши. Хочу, чтобы у вас было всегда хорошо, чтобы вы процветали, чтобы у вас было все-все удачно. Здоровья вам и любви всем. Хорошей любви, настоящей. А работы тьма. Спасибо вам большое. Дорогие зрители, каждый из вас имеет возможность получить памятный подарок от нашей программы. Для этого вам необходимо следить за дальнейшими выпусками прогноза погоды. А наша прогулка подходит к концу. Яркой, красивой и запоминающейся осени вам. Увидимся в студии прогноза погоды.
Гінговіт – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Завдяки тому, що препарат містить 120 мг екстракту гінкобілоби в одній таблетці, він підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність препарату в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном